Что вы ожидаете от этого спектакля? От спектакля я молюсь и ожидаю действий вот в душах человеческих, особенно тех людей, которые еще не примирились с Господом. У кого еще не произошло это рождение свыше, кто не имеет жизни вечной, кто, у кого отсутствует вера в Иисуса Христа как Господа и Спасителя, я же ожидаю от этого спектакля именно вот таких действий. Ну и для меня это большое благословение. Я пришел, чтобы посмотреть здесь, помолиться и получить подкрепление в вере и вдохновение, ободрение в своей жизни с Господом. Что нового придумала ваша театральная группа? Как по-новому вы решили осветить Рождество? Ну, представляем тему вот здесь, рождение свыше, то есть новое рождение. Девушка решала вопрос, родить ей или не родить. И, в общем, благодаря святой одной девушке поменялась жизнь многих людей. То есть так же, как и Христос однажды пришел и поменял наши жизни. И вот эта девушка была светом для многих людей. Каждый из вас особенный для Бога. И ты. Особенный? Ну, конечно, я особенная. Тогда почему ты больнеешь? Разве особенный, разве болеешь? Откуда ты? Кто тебе? Я не знаю. Я открою вам страшный секрет. Я являюсь мужем режиссера, сценариста, автора песен и исполнителя данного спектакля. Еще буквально 2-2,5 месяца назад Ольга была в своеобразном шоке. Ничего не готово. Паника, жуткая паника, в общем-то. И в то же время такая твердая уверенность позже, что с нами Бог, и все будет хорошо. Вот. И вот, говорю, буквально вчера мы просматривали видеозапись спектакля, и Ольга смотрит и говорит: да, вот оно, вчера, еще 2 месяца назад ничего не было, а сейчас уже я вижу все то, что было придумано. Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. Вот, возьмешь по члене и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Как будет это, когда я мужа не знаю? Дух Святой сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. И давно это у тебя? Что давно? До окружения давно? Около месяца. Беременна? Что же ты молчала, подруга? Не из болтливых. Лучше на себя посмотри. Мой батя в Америке, затем в Швейцарии. Врешь ты, зачем? А что прикажешь говорить? Сильбом детском доме детства коротала? Запомни, подруга, глубоким и нищим удачи не улыбаются. Я смотрю спектакль, и вот с каждым разом он набирает очень хорошую энергетику, соответствующую театральному действию. То есть для церкви это новшество, то есть такого здесь не было раньше. В общем-то, приезжали другие театры, вот, но такого большого представления не было. Чем я хуже тебя? Почему ты видишь, а я не вижу? Замолчи, не с тобой разговариваю. Господь открывает очи слепым. Господь. Мой отец много говорил о нем. Даже Библию читал. Меня заставлял. А когда напивался, то мать колотил. Какого Бога ты проповедуешь? Я
верю такому Богу. Не верю! Прости его! Кого? Отца. Откуда ты знаешь? Знаю! Он любит тебя. Кто? Бог. А как ты думаешь, о чем этот спектакль сказал людям, которые здесь были? Ну вот у нас тут висит паутина, и эта паутина изображает, что каждый человек находится в паутине своих грехов. Я думаю, что это очень важно, вот когда человек заглядывает в себя, смотрит, находится он в этой паутине или нет, и думает, он задумывается, примириться ему с Богом или нет. И я думаю, вот этот спектакль, он очень сильно направляет этого человека, чтобы он начинал заглядывать внутрь себя. Какая идея спектакля? О чем здесь? Ну, просто, наверное, хотелось, чтобы это не просто была рождественская история, которая отделена от реалий жизни. Потому что многие... Ну да, Рождество, но мы знаем эту историю. Мы знаем о мудрецах, мы знаем... Ну, обо всем. Все знают. Вифлеемская звезда, весь зал отвечает на такие... Ну, я помню, прошлый год мы делали. Все знают, и верующие, и неверующие. А вот... Как это касается меня лично и что в жизни моей происходит от того, что Иисус родился? Мне бы этого очень хотелось, чтобы за всеми этими персонажами они увидели Иисуса. Мы не хотели вот делать вот этого роль Иисуса, потому что настолько это все, он настолько необъятен Бог, что не хотелось сужать его до какого-то конкретного человека, потому что мы люди, мы не сможем его сыграть так, как представляют его люди, или какой он есть на самом деле. Я хочу пожелать, чтобы в Рождество люди думали все-таки о том, кто родился в этот день. Он главный герой и нашего спектакля – это Иисус и нашей жизни. Душу береги, свою душу отзвать.